Несмотря на то, что за окном еще весна, летний оздоровительный сезон уже объявлен открытым. Специалисты готовятся к нему заранее, пишут программы, разрабатывают мероприятия, обсуждают ресурсы, которые необходимы для полноценного отдыха школьников. Накопленный опыт участники обобщают на региональном деловом форуме организаторов детского отдыха «Вектор развития». Опыт Оренбургской области сегодня изучается на уровне России. Я имею в виду сертификаты, которые получают родители, сами выбирают, куда пойдут и где будут отдыхать их дети. А вот здесь и наступает то. Если ты живешь в прошлом, никто к тебе не придет. А если ты живешь даже настоящим, посмотрим. А если ты живешь в будущем, то, конечно же, придет. Во время форума состоялась выставка-ярмарка оздоровительных учреждений «Атлас детского отдыха». Каждый участник делился с коллегами полезными знаниями и лучшими наработками. У нас необычная программа, незабываемые приключения в лагере. До обеда у нас медицинские процедуры. После обеда у нас занятия в творческих объединениях и спортивных секциях. Также у нас вечерние мероприятия. Затем у нас либо вечерний огонек, либо дискотека. Активно работали тематические площадки. Семинар-практикум, летняя оздоровительная кампания как форма профилактики правонарушений несовершеннолетних, круглый стол, семья, забота общая, пленарное заседание, детский отдых в Оренбурге. Доступно, качественно и безопасно. Очень много молодых руководителей, то есть молодые ребята, у которых горят глаза, они хотят очень многое сделать. И поэтому, конечно же, такие форумы, такое общение, оно им просто как глоток кислорода. Они обмениваются мнениями, делятся какими-то своими там планами, на сессиях вырабатывают какие-то предложения, которые потом ложатся в основу новых проектов. Сотрудники лагерей, сохраняя лучшие из прошлых лет, уже сегодня составляют новые сценарии, чтобы предстоящие каникулы были яркими и впечатляющими. У нас будет большое отправление на море, одномоментно 480 детей поездом. Детство уедут у нас на Черноморское побережье в Туапсе отдыхать в хорошем санаторном лагере. Это будут все одаренные дети. Ежегодно на отдых и оздоровление детей из областного бюджета выделяется около 500 миллионов рублей. Объем консолидированных средств – 900 миллионов рублей. Целезадача всех профильных структур – провести летнюю кампанию так, чтобы каждый ребенок остался доволен своим отдыхом.